пожаловать претендент на чемпионский пояс из Курска Архан Каджиев! Дамы и господа, звучит государственный гимн Российской Федерации. Санкционирован Федерацией бокса России. Генеральный секретарь Татьяна Кириенко. Супервайзер Олег Агеев. Судьи у ринга оценивают этот чемпионский поединок. Андрей Курнявко, Дмитрий Болдырев и Алексей Козлов. Ваш судья-хронометрист Михаил Куликов. И с ударом гонга рефери титульного боя Сергей Литунов. Представляю вам соперников. И первым боксера в черном углу. Ему 29 лет. Рост 178 сантиметров. Вес 76,15 килограмма. Профессиональный рекорд. 37 боев. 35 побед. Только 2 поражения. Дамы и господа. Интерконтинентальный чемпион мира. Чемпион мира среди балтийских стран. Чемпион Северной Америки. Чемпион мира среди молодежи. Из Челябинска приветствуйте Константин Пономарев. Его соперник в золотом углу ринга. Боксеру 29 лет. Его рост 178 сантиметров, а вес 76,2 килограмма. Его профессиональный рекорд 18 боев, 14 побед, 2 поражения при 2 ничьих. Дамы и господа, он чемпион СНГ и славянских стран, чемпион стран Содружества и серебряный чемпион России, родом из Азербайджана, а ныне представляющий Курск. Стоп!
Держи. Бокс. Не держать. Давай.
ваша поддержка! Третий раунд. Капа. Бокс. Голову аккуратнее. Четвертый раунд.
Шестой раунд. Каба. Каба. Бокс. Константин, повнимательнее. Готов, все нормально. Тамин! Бокс! Там нет такого.
Седьмой раунд. Break!
девятый раунд. Итак, заключительный 10-й раунд! Thank you.
Итак, уважаемые дамы и господа, по завершении этого чемпионского боя обратимся к судейским запискам. Первый судья 96-94 Гаджиев. Третий судья 95-94 Пономарев. И судья номер 2 96-93. Таким образом, раздельным решением судей одержал победу и стал чемпионом России во втором среднем весе. Нашему легендарному регалоносеру Архангаджиеву.